Выслушать надо всех и принять меры. Ни у кого не должно быть сомнений, что наше дело правое. Это краткое содержание заявлений лидеров «Единой России» по итогам прошедших предварительных выборов. Судя по всему, за партстроительство с новым лицом взялись жестко. Тех, кто уличен или заподозрен в нечестных выборах, убирали из списков. Несколько действующих депутатов подтвердить народную любовь не смогли. А новые лица в претендентах на думские кресла появились во множестве. Пока итог в цифрах. 10,5 миллионов избирателей проголосовали из 225 округов, 74 победили действующие депутаты, в 151 новички. В принципе, это во многом то, к чему партия и стремилась. Новые имена, новые программы, новый кредит доверия. Все ради того, чтобы не было застоя в рядах. Мой коллега Антон Верницкий подвел свой итог, разбираясь, что значат эти цифры. Если пользоваться спортивной терминологией, предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» – не что иное, как товарищеская игра. Соперники свои же, товарищи по партии и единомышленники, например, из Общероссийского народного фронта. И в этой игре каждому игроку важно было показать все свои бойцовские качества, чтобы в конечном итоге попасть в основной состав. Причем аналогия с футболом полная. Зрителей, то есть избирателей на трибунах, на товарищеской игре все-таки поменьше, чем будет на официальном решающем матче предстоящих выборах в Дум в сентябре. 22 мая на участке, организованной «Единой России», по всей стране пришло больше 10,5 миллионов избирателей. Это довольно серьезная цифра, на самом деле, учитывая, что на выборы, ну, по всем оценкам, в сентябре придет где-то порядка там 55-60 миллионов избирателей. Сейчас уже там практически пятая часть этих избирателей в ходе предварительного голосования «Единая Россия» свою поддержку мобилизовала. Но, с другой стороны, мне кажется, очень важно сказать, что «Единая Россия», организуя предварительное голосование в этом году, работала не только на себя, а работала на политическую систему в целом. И это тоже точь-в-точь как в футболе. Открытая тренировка. Такой открытости не позволяла себе до этого еще ни одна партия. Вот почему за товарищеской игрой-разминкой единороссов наблюдали не только их преданные болельщики-избиратели, но и соперники тоже, которые набирались опыта. Ну да, да, как перед матчем смотрят, значит, тренеры, игроки, кто как играет. Ну, нос-то не надо задирать. Это же была только разминка. Причем разминка серьезная, конкурентная, но среди своих. А теперь впереди будет по-настоящему серьезное соревнование, конкурентное. Очень рассчитываю, что честное, без применения черных технологий, уже среди и между оппонентами политическими. И вновь не обойтись без сравнения с футболом. Даже в игре разминки среди своих кое-кто из кандидатов, дабы казаться лучше, пытался нарушать правила. Были жалобы и на использование административного ресурса, и на подкуп, и даже на пресловутые карусели, когда избиратели возили с одного участка на другой. Оргвыводы в «Единой России» уже сделали. У нас было это принято сразу о том, что если будут вопиющие нарушения, а это нарушение в использовании служебного положения или жесткого административного ресурса, то результаты по, соответственно, участкам или, возможно, даже округам будут аннулированы. В итоге решено не засчитывать результаты предпринимателя и бывшего чиновника калининградского правительства Евгения Морозова с формулировкой «дискредитация партии из-за конфликта интересов», а также начальника Нижнетагильской полиции Ибрагима Абдулкадырова. Местная пресса уличила главного полицейского города в целом наборе запрещенных приемов, один из которых – рекламные плакаты, где кандидат якобы поддерживает его основной соперник. Результаты же депутата законодательного собрания Ульяновской области Алсу Балакишиевой были отменены, а сама она исключена из партии из-за того, что выяснилось, ей фактически в день голосования было предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Председатель Центра избиркома при этом уже заявила о необходимости принятия закона, который бы регулировал как структуру предварительных выборов, причем для всех партий в стране, так и давал возможность как-то реагировать на нарушения во время подобного голосования. Для Центральной избирательной комиссии это большой подарок, прошедший вот эти предварительные голосования. Почему? Потому что
Мы сразу увидели, мы сразу стали очень внимательно отслеживать, мониторить ситуацию. И у нас уже выстраивается свой рейтинг благополучных и неблагополучных регионов, там, где больше всего было скандалов. И это нам сейчас помогает выявить все те очень неприглядные стороны избирательного процесса, которые, скажем, которым именно сейчас надо дать бой в преддверии большой избирательной кампании, для того, чтобы это не повторилось в масштабах страны. Следует отметить, что руководство «Единой России» не стало скрывать ни одного случая нарушений и, подводя итоги голосования, пообещало разобраться со всеми поступившими жалобами. Как и от коллег по партии, так и от тех, кто пришел проголосовать за своего кандидата. Дело в том, что предварительное голосование, понимаете, это механизм определения тех людей, которым доверяют избиратели. Это не кулуарная система, когда начальство решает в кабинетах, и потом человека выдвигает кандидатом. А это система, которая позволяет людям сказать, ну вот этот вот парень нам подходит. Среди неожиданностей предварительного голосования – проигрыш в Хабаровском крае действующего депутата Думы Бориса Резника и оперной певицы Марии Максаковой в Петербурге. Впрочем, многие известные представители партии подтвердили свое лидерство. И Сергей Неверов, секретарь Генсовета «Единой России», и его заместитель Ольга Баталина, и зампредседателя Госдумы Владимир Васильев, и Николай Валуев, и Ирина Яровая, и сопредседатель Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева. Кстати, следует отметить, что среди победителей предварительного голосования оказалось много представителей ОНФ. По данным «Единой России», из всех зарегистрированных кандидатов почти половина беспартийные. Почему большое количество представителей ОНФ победило? Ну, знаете, видимо, в обществе есть тяга на новые лица. Это специалисты в разных областях жизни. Это и экономисты, это и врачи, и педагоги, и так далее. И «Единая Россия» сделала первый шаг к прозрачности, дав возможность избирателю выбирать людей, которые будут защищать их права. То есть это не конкурс кошельков, это не конкурс званий, это не конкурс статусов, это конкурс конкретных живых людей. И кроме «Единой России» фактически никто не идет на этот шаг, чтобы они не говорили. По итогам предварительного голосования к партийному съезду, он запланирован на начало июня, «Единая Россия» подготовит и окончательный список кандидатов, которые пойдут на думские выборы 18 сентября, и программные тезисы партии. Антон Верницкий, Наталья Голуб, Александр Гусев, Первый канал.